Вот не успели отдохнуть. Я что-то так спать хотела, что-то так утомилась, и не могла. То один звонок, то второй, то третий. И опять надо ехать в гости. Опять. Ну, я уже дома поела. Уже надо опять садиться на свою метаболическую тарелочку, потому что скоро Новый год. Не надо расслаблять булочки. Кушать, в смысле. Что хотела сказать. Вот некоторые думают, да, что вот католическое Рождество сейчас, и что вот мы все приехали и стали католиками, отмечаем это Рождество. Например, я лютеранка, да, у нас с католиками одинаковое Рождество. 25 декабря, да, одинаковое, 24 и 25. Сережа, он православный, у него Рождество позже. Просто некоторые люди думают, что все тотально стали католиками. Соседняя страна, вот они там стали греко-католиками, или кто они там, не знаю, а когда они много веков были православные. Я вот своим принципом принципы свои не меняю. Сережа говорит, вот поедем в Россию, там перекрещу тебя, как в православии. Нет. Мне дали при рождении этот крест, я его и несу, второй мне не надо, я могу не унести, поэтому и веру свою тоже менять не хочу, как некоторые. Вот они веровали свято в одно, а потом резко сказала им правительство, и они стали веровать в другое. Со мной хрен так будет. Вот Сережа православный, он тоже не будет. Да, он празднует со мной так же, как и я уважаю другие конфессии и религии, и все вот это вот. Сереж, выключи фонарик, а то что-то я как на этом, на витрине. Поэтому я вот не понимаю, как людей, которые даже не знают, что очень много есть разных конфессий, разных и религий. И все. Мы жили в Казахстане, мы отмечали всегда два Рождества. И православная, и католическая, то бишь лютеранская в нашем случае, да, и отмечали, и Наурыз мы отмечали, и Ураза, и все всегда все вместе. Что если мы ходили казахам, поздравляли их с их праздниками, что мы автоматически их веру принимаем? Ну вот просто я объясняю сейчас тем людям, да, которые вот действительно фляга свистит. Нормально, это все понимают. Поэтому, не знаю, ездила в Палестину и то же самое вытворяла, что и они, потому что уважаю их веру, их традиции, и все то же самое делала. Всем доброе утро. Вот и закончились Алены выходные. Почему Алены? Потому что не у всех закончились. Кто-то еще отдыхает. И идем на работку. Потом после работки обязательно будет ехать в магазин, холодильник пуст. Не хочется, конечно, ни в магазин, ни на работку. Никуда не хочется. Ну, хорошо, хоть дождик сегодня не льет. Не сегодня, а сейчас, пока не льет. Поэтому чапаем, чапаем. Вставала на весы вчера. Прибавила 300 кило. Сегодня встала, отеки сошли, осталось плюс 500. Ничего. Главное, девочки, после всех праздников не опускать руки и все равно садиться на нашу любимую метаболическую тарелочку. И все будет норм. Так что, ну, режим был конкретно нарушен, поэтому ничего удивительного. Главное, чтобы вовремя помниться. Там еще Новый год как-то. И потихонечку опять начинать себя держать в руках. Девочки, отработала, быстренько прибежала. Вот, герпес вылез. Со всеми перецеловалась. 100 человек за день. Герпес вылез. Ну ладно, пройдет. Я его помазала, так пройдет. Надо ехать в магазин сейчас. Перекусила в магазин. Все позаканчивалось. И морковка, и все позаканчивалось. Все подъели так. Значит, прибежала, не знала, что поесть. И сделала свой кексик, чай попила.
И поедем закупаться. Сейчас поедем в Пенимарк. Там варенье мое Ангибот. Пауэр 99. И это надо будет купить пару баночек. Что-то я на него так присела. Девочки, отек сошел. Говорила уже, да? Сошел отек. Цельных 800 грамм. Поэтому такие вот дела. Еще 500 убрать и будет как было. Тоже отек. Ну что, алкоголь позволила себе. Цельную бутылку шампанского. Вкусное. Крымское шампанское вкусное. Сережа пошел в банк сбегать посмотреть, что у нас там интересного. Есть ли на что закупиться? Эти праздники, столько денег уходит. Куда? Не знаю. И вот у нас, вот я не знаю, как у людей, кто живет в России, не знаю, но у нас вот с Северного Казахстана вот привыкли мы вот эти дастарханы, чтоб столы ломились, неважно, Рождество, Новый год, чтоб столы ломились. А потом на следующий день не знаем, куда это деть и выкидываем. Что за привычка ненормальная? А потом доедайте, не лезет, выкидывайте. Вот у немцев насчет этого хорошо. Сделают там рыбку, там еще чего-нибудь. Сачок, венцо и на этом. А у нас нет, у нас. Я как-то с позапрошлого года, что ли, сфотографировала стол и отправила своей шофине. Она чуть не упала со стула. Говорит, куда вы столько кушаете? Куда-куда? В рот! Че, Сережа, не дали нам деньги? Мне банкиры дали. Тебе дали только. Мне дали. А мне не дали? Тебе нет, не дали. А должны. Ну, у нас, как всегда, простыни, кстати, взяла. Простыни вот такие цветом. Они прям такие теплые. Как мне капнуло за шиворот, Сережа. Да. Так, по мелочам. По мелочам так взяли машину полную. Сейчас в русский еще заедем. А потом еще в Кауфлян заедем. Взяла уже. Правда, отпуск у меня уже все на следующий год выбран. Смотри, капает вода. Но взяла на всякий пожарный посмотреть. Куда можно будет полететь? Ой, там у меня получается 3 недельки. Казахстан и неделька перед Казахстаном. Мы склоняемся пока мы к Кипру. Так, быстрым шагом на недельку. Слет оттуда-сюда, пробежать сколько возможно и назад. Да, Сережа? Да, Алена. И все. И этот. И отпуск нет. Нет, совсем нет. Работаешь, вот так работаешь целый год. А отпуск раз и нет. Ой, поедем в русский за холодцом. Варенье-то не взяли. Нету. Что-то я не глянула. Может, у нас четверга будет. Ай, не посмотрела я. Девочки, как пасмурно, как холодно. Но зато дождя нет. Немного закупились. Показывать, наверное, не буду. Потому что полдня потребуется. Всякой всячины набрали. Вот так управляет желудок людьми. О! Сережа, к Новому году готовь. Вот тут и карты сразу. Игральные. Не маловато ли бутылочка? Карты, картишки брошены веером, и я тебе слишком, милый мой, верила. Егомайстер, будешь играть. Ой, упала. Перекус быстрый, девочки. Купила салатик такой. Сейчас перекушу. Почему на кухне? Потому что этот жарю вон готовый.
Артема тоже мне надо на работу куда-то свалил с утра пораньше, не знаю где. Еще кто-то скажет, что на камеру ешь? Ну я ж не сношаюсь на камеру, а ем всего лишь. Мукбанг показываю. Что здесь такого? В ресторане все сидят и кушают. Учителей столько находятся. Вот, это Рождество. А вы показываете и говорите такое, какое. Типа веселиться или что? А что? Плакать в Рождество? Это ж не Страстная Пятница, ёперный ваш театр. Все отмечают. Заходила в ТикТок, там вообще с утра начали некоторые. А что делать в Рождество? Мы радуемся, Иисус родился, мы радуемся. Я говорю, а то, что там, где Иисус родился, убивают друг друга, ничего, нормально? О, Господи, сколько есть праведников. Тем более, всегда говорила, что я не глубоко верующий человек. Верю по-своему. На, фарш помешать. Сереж, помешай, пожалуйста. Фарш обжарю и купила этот мексиканское острое. Залью. Короче, сейчас я помешаю сама. Залью и сделаю. Как мне стыдно на камеру-то кушать. Неприлично, но аппетитно. Сейчас сделаем. Сейчас быстренько поем. Если я бегаю целыми днями, у меня даже времени нету. Кто-то тоже, ой. Все время, когда сажусь кушать, кто-то звонит. Это уже нормально у меня. Не пожрать, не посрать, не дудуть. Спокойно. Умирать буду, умирать спокойно не дадут. Надо штука. Зараза. Что Николька та привезет своего сегодня? Когда? Мне на работу. Лучше вот этих выходных не было. Так тяжело в колею выйти. А ты что, Сережа, блин, сделали 2 недели выходных, он и отдыхает. Вчера целый день стирала, стирала. Сегодня надо стирать, стирать. Что, не наелся? Ну, я голоден сегодня. А что ты, не мог покушать? Меня ждал? Ну, я же знаю, что хозяйка голодная. Как может хозяин жрать? Я уже 3-й раз ем, если что. Ну, вот видишь, а я первый. Лень, матушка. Боже, как это зляканая. Я к злиса выбежала. Короче, вот такие вот девочки дела. Учителей много, я одна. Не знаю. Что делать прям вообще? Все советовают, советовают. Прям возьми и нахер пошли всех. Не знаю. Столько людей, столько написала поздравлений. Но обязательно в этой бочке меда что-то всплывет. Я в шоке. Ну, раз так думаешь, хорошо, что ночью, когда ложишься с мужем в постель, не снимая, а то б советами задолбали б, честно.
Думаю, хорошо, что еще там спокойно. Да, Сережа? Да. Почему на Красной площади сексом не занимаются? Почему? Советами задолбает. Не так и тут. Почему людям не дать возможность жить так, как они хотят? Праздновать праздники так, как они хотят? Кушать тогда, когда они хотят? На камеру или не на камеру? Почему нельзя? Я в шоке. Боже, то есть с Томи руками. Хорошо, что ты меня не показываешь. Слава Богу, а то б написали, какой ты свинтус. Рятуй ты, люди. Короче, все, я работать. Время сколько? 2 часа, а у меня уже 8,5 шагов. Так что бегаем дальше.